Добрый день, дорогие друзья, мои подписчики, случайные прохожие. Я вам очень-очень рада, когда вы ко мне в гости заходите. Сегодня у меня такой день. Я хотела вам показать свои скатерочки. Я вчера все перестирала, перегладила. И поэтому, думаю, сегодня утром проснулась ранёхонько. У нас еще даже... У нас сейчас 21 минута шестого. Супруг уехал на рыбалку. Мне скучно одной. И я решила все сложить и заняться, и вам показать. Короче, вот такую скатерочку я купила в своем любимом магазинчике в социальном. Вы частично ее, наверное, видели у меня на столе в первых роликах, кто у меня заглядывает, смотрит. И вот такая красота, ну она точно винтажная, ее видно прям. Знаете, какие красивые вышиты цветочки. Потом вот эта выбивка такая. И обшита вот этим. Видите? Ну не знаю, раньше обшивали так или нет, но в любом случае видно, что она... Не очень новая скатерочка, но смотрится прекрасно. И на каждом уголочке вот такая прелесть, да? Так, сейчас покажу, что в серединке. В серединке вот такой круг, тоже с лепесточками и цветочками. И мне кажется, что такая скатерть очень подходит для таких вот ажурных вещей. Потому что мне всегда даже напоминает, а вот это, как это дурьбрух, как говорят, ажурные вазы, напоминает мне вот именно вот эту работу. Тоже как бы сделано такое все ажурное, да. Вот это моя последняя находка. Кто смотрел у меня, тот помнит, мои друзья. Ну и оставляет какие-то комментарии, кому что-то нравится, кому-то, может, не нравится. Видите, вот там цветочки. Ну, на каждом уголочке. Мне очень нравится вот эта скатерть. Вот. У меня их много всяких разных. Сейчас я вам их покажу. Вот такая рождественская. Очень красиво вышитая, но это современная. Она на шелковой ткани. В середине тоже такой же, не такой же, но похожий, да, орнамент в виде квадрата. Очень такая качественная, праздничная. Смотрите, какие вот цветочки вышиты еще золотой ниткой. Это моей мамы еще память о ней. Я ими тоже пользуюсь. Стирается прекрасно. И смотрится тоже очень хорошо. И каждый угол имеет такую вот красоту. Это тоже рождественская. Тоже у нее такая красивая свечка тут вышита. И хвойные веточки, и вот рождественский цветок. На каждом уголочке такая прелесть. И вокруг. Вот такая скатерть. Знаете, она это у мамы всегда, она по привычке, как в России делала, ну, может, не привычка, но вообще это нам тоже нравилось, вешала такую накидочку на подушки. Две подушки на кровати. Ну, все знают, кто так делал. И вот это у нее была такая, как бы, накидушка. Очень она легкая. Видите, вот капрон вышитый.
ну, тоже как бы и рождественская, и в то же время она у нее всегда висела на подушке. И это такая хорошая память. О, поехала куда-то. Вот, тоже очень красивая. Может, я немножко, как бы сказать, старомодная. Ну, возраст позволяет уже, наверное. Но я очень люблю вот всякие салфеточки, скатерочки. И поэтому я очень люблю ими пользоваться. Видите, кругом обшито так. Такая вот скатерть пасхальная. Кругом зайчики, зелень, бабочки. Тоже выбивка вот. И на каждый праздник что-то меняешь, декорации, все. Я очень это люблю, наверное, еще потому, что я выросла, у мамы, она на кровати это вязала, вышивала на окнах, вот такое везде было. И оно мне так засело в душу, и мне это очень-очень нравится. Вот такую скатерочку я как-то приобрела тоже в своем магазинчике любимом. Посмотрите, как красиво вышито. Вышитые уголочки. Она большая. Наверное, 2,5 метра. Я ее 2 раза сложила на диване. И вот тоже в этом уголочке тоже такая же розочка. Она на ситчике вышита, белый ситец. И она очень красиво смотрится, но я ее это прогладила. Стирать я ее не стала еще. Думаю, летом туда, когда теплее будет. Посмотрите, как красиво уголок сделан, да? Даже вот это интересно так. Ну, я почему-то я думаю, что это машинная работа. Там на мешочке написано, что она китайская и стоила 60 марок. Так что она не такая уж и молодая. Но очень красивая. Я ее еще ни разу не стелила, так как стол у нас овальный, а она прямоугольная и большая. Ну, попробую как-нибудь. Последний раз, мое последнее приобретение, вот уже после Пасхи, была вот такая скатерочка. Они все маленькие, такие, ну как, 80 на 80. Как раз на такой столик, вот за которым я вот тут работаю, вот они все подходят. И там такая красивая вышивка пасхальная, скажем, да? Уточки желтенькие, заборчик похожий, как бы травка. Вроде все так не сложно, но все равно очень красиво. Уточки нашиты как бы аппликацией. И тоже каждый уголочек имеет такой красивый рисунок. Каждый уголок, да. Так что очень красиво это смотрится. Еще у меня есть тоже последнее приобретение. Вот такая скатерть. Она такая красивая. Мне так нравятся эти зайчики. Хотя по цвету они больше напоминают белочек. Такие уж темные. Они держат пасхальное яйцо, тут обвязанное ленточкой. Очень милые зайчата, цветочки, выбивка. И, знаете, это точно уже винтаж, я думаю. Прям видно. Ручная работа, скорее всего. Ну, кроме выбивку, наверное, сейчас вручную никто не делает, все на машинке. Но вышивка, может быть, это и машинная работа, но почему-то она мне так, она немножко как бы сделана не так гладко, когда делается машинкой, как бы ручная. Мне кажется, все-таки вручную все это сделано.
Ну, не буду утверждать, так как точно не знаю. Но хочу сказать, что я обожаю вот эти все тряпочки, салфеточки, вязаные, шитые всякие разные. И как-то и меня это уносит в то время, когда все это очень ценилось, и все это. Сейчас молодежи это уже не надо, но нам надо. Поэтому оно как-то радует, к празднику готовишься, стелишь все красивое, белое, вышитое. Ну, вот такое настроение праздничное сразу. Сейчас следующее покажу. Такая маленькая, тоже очень интересно сделанная. Уголки вышитые, вот выбито немножко, но это вручную. Симпатично. Вот такая. Еще ее гладила, потом сложила, и получилось немножко не. Вот такая рождественская. Еще я очень люблю снимать вот на этой. Она тоже очень симпатичная, современная. Покажу вам еще свой кофейник давнишний уже, как я нашла месяца 2 или 3 назад, да? Очень я его люблю. Красивые такие цветочки, розочки. Пузатенький, рельефный. Ну, винтажный, конечно. Его и видно. Девочки, наверное, все. Я, конечно, показала вам не все свои скатерочки, но я хочу сказать, что у меня их еще очень много. Я была рада, что вы со мной. Пишите, показывайте. Я с удовольствием буду смотреть, что у вас новенького. Ну, а насчет текстильных вещей, вышивки, вот это все я очень-очень обожаю. И я смотрю, многие любят вот это тоже и сохраняют. Это же память, и от нее никуда не деться. Она вызывает такие приятные чувства, что какое-то время до нас или при нас, когда мы маленькие были, что оно как бы и ушло давно, и в то же время оно рядом, когда смотрим мы эти вещи. Всего вам хорошего, мира, добра, голубого неба, солнца, чтобы все-все было хорошо. Пока-пока.